Вила Виго. Ребятки, всем огромный привет! Здравствуйте! Мы с вами присутствуем на мероприятии очень крутой штуки под названием «Тайга 8». Она проходит здесь, в экспоцентре. А тайга тебя бодрит? Да, безусловно. Зрачки-то расширены. Все что угодно, любые пожелания, но используй только согласные буквы. Поехали. Спр! Вот эти люди кричат на котов. Это самые негуманные люди на свете. Вы зачем на кота кричите? Тик, давай, беги! Давай! Ты что стоишь? Беги! Ребята, к нам рэперы приехали. Давай, читай, поехали. Мы так ждали долго вас. Читай рэп. Ветер потерянного времени с экрана вытеснит в жертву манере. Я, Андрей, умею работать языком, а ты на что способна? Не знаю. Да ладно тебе. Что? Я про микрофон, а ты про что подумала? Я про все на свете. Ты давай, поехали, давай. Ой. На, привет. Да, привет. Смотри, я собираю поцелуи, короче, давай. Ага. Нет, что, нет? Блин, тайга не подействовала еще? Пока нет еще. Странно. Слушай, мне кажется, вон тот мужик, маньяк какой-то. Он смотри, как смотрит на тебя. Давай увезу в безопасное место к себе домой. Нет, у меня муж рядом. А, ну мы можем вместе поехать. Вместе да поехать. 21 век. Коленек приближаешь ближе, северно пью тайгу я. Спасибо. А можно автограф не давать? Подмени, пожалуйста, на 10 минут, я похаваю. Давай, давай. Я похаваю скажу. Тайга 8. Вы телеканал Тайга 8, как тебя зовут? Меня зовут Андрей, тебя как зовут? Денис, очень приятно. Ты откуда? Я? Да поехали сразу ко мне. Батюшка, можно исповедаться? Попробуйте. Я себя очень плохо вел в течение всего года. Один раз ударил кошку, что мне делать вообще, как мне быть? На колени. Прям так сразу? Вы точно батюшка? А ведь это все тайга! Да это все тайга! Ну посмотри назад, посмотри. Чем хорош сетевой бизнес? Да подождите. Как вы думаете, почему вот так решили основать этот бизнес? Что вам пришло в голову первое? Ребята, пивас можно, короче, ноль пяху? Да. Ничего себе, какой мужчина! Мне сказали, что я вас сильно не трогал, поэтому я только чуть-чуть вот так потрогаю и пойду, и все, я пошел, все, спасибо. О, нравится, хорошо, отлично. Теперь ты ничего не боишься? Теперь ничего не боюсь. А ну-ка, покажи грудь. Все будет хорошо. Спасибо. Все нормально будет. Ты главное верь. Как бы на сцене говорили просто, что нужно быть неадекватными, не обращайте внимания просто, как бы вот. Давай! Ну давай! Мне кажется, это не автобот. Ты тише, ты можешь тише сделать? Я с мамой поговорить хочу по телефону. Какая мама, Аксти? Тайги перепил, что ли? Я кипю. Ты кипишь? Я кипю. Интересно, да. Посмотрим, что будет дальше. Я своей бывшей одно и то же так говорю. Интересно, посмотрим, что будет дальше. Но ничего не было, вот так вот. Такая грустная история. Я думаю, когда появилась такая штука на свет, такие очки, то самое первое, что хотели бы посмотреть мужики, вы меня понимаете, что бы они хотели посмотреть. Давай сходу прямо слоган новый придумай для компании, такая. Ну, ты в кого такой высокий-то вышел? В себя. В себя? Конечно. Все в себя делаешь? Ну, не все, конечно. Тогда в кого-то. Здорово! У тебя все в порядке, нет? Кричишь на микрофон, боже мой, тебе бы домой, девочка. Я так и думал, что девушкам именно для этого Мерседес и нужен. Ну посмотрите на это. Ну что же это происходит такое вообще? Она покрасилась и пошла. А конючила этот Мерс, господи, 2 года. Ну что это происходит такое? Это очень все серьезно на самом деле. В будущем нас ждет только открытие и больше всего приятного. Оставайтесь с нами. Спасибо. Вила Виго.